Здравствуйте, меня зовут Марина. В сегодняшнем видео мы научимся покупать и выбирать товары после того, как мы их увидим вживую. Это очень отличная возможность увидеть товар перед тем, как он будет куплен, а также как его переслали и в каком виде мы его получаем. Для этого я зашла к Юле, творческая мастерская, которая буквально недавно приобрела вот такой товар. Получила, вернее, такой товар с AliExpress, ждала она его в течение 3 недели и теперь делится с нами. Я также хочу приобрести кружево, которое приобрела Юля. Вот мы видим, как Юля показывает. Видно тот цвет, который Юля получила. Теперь с удовольствием я перехожу по ее ссылочке, которую она оставляет для покупки. Здесь все хорошо видно. Мы просто переходим на ссылочку AliExpress. И видим наш товар. Стоимость здесь в рублях. В гривнах оно примерно стоит около 40 гривен. А в долларах? В долларах составляет 1 доллар 50 центов. И также здесь очень хорошо видно, что в партия составляет из 10 ярдов, а также стоимость цены 1 ярда. Это очень удобно, и не надо все пересчитывать. Также я хочу посмотреть, что есть интересного у этого продавца. Я ставлю «Добавить в корзину». Товар добавлен. И также дальше мы можем смотреть дальше, что можно приобрести у этого продавца. Также у него есть разное кружево. И просто оплати, как мы делаем с любым лотом. Это очень удобно, когда весь товар ты можешь посмотреть уже вживую. Жду на своем канале, также жду своих пальчиков. И подписки. Внизу в описании будет описано лот, а также страничка Юли. Зайдите к ней, у нее очень много интересных товаров и мастер-классов.